О, моя дорогая, ты представляешь, я сняла квартиру и только через неделю заметила, что здесь нет стиральной машины. Друзья, и тут я подумала, о боже, мне что, теперь нельзя потеть? Нельзя пить чай? Нельзя бегать? Ведь у меня нет стиральной машины. Но я вам хочу сказать, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И здесь, в Майами, у меня есть чудесная подруга Олеся, которая сказала, Катя, не волнуйся, я буду стирать твои вещи каждый день. И что вы думаете, сегодня утром она снова приехала. Ура!